уважаемые жители города Радужев, вы, если вы помните, вот осенью был репортаж, мы в этот водоем, который мы называем Подкова, запускали карасей третий год подряд. Вот в данный момент мы сейчас их спасаем. Пришла весна, кислорода не хватает. Карась, хотя к этому он относится очень терпимо, но при всем этом не помешает. Если мы проводим лунки, запустим туда кислороду, спасем мы сотни-сотни тысяч мальков. Я хотел бы поблагодарить коллектив районных электрических сетей, наших работников лесхоза, весь педагогический состав и коллектив в целом школы номер 4, которые вот здесь создали так называемую тропу, экологическую тропу. Ну и есть такая большая просьба ко всем посетителям вот этих мест, обратиться к природе очень бережно. То есть заставляй не оставлять хлам, мусор.